Гарик Грин и группа «На троих». Добрый вечер. Так сказал про троих. Мы были в Беларуси, стояли за кулисами, и там две женщины разговаривали. Говорит, кто сегодня выступает? Да на троих. А кто это такие? Не знаю, как алкаши какие-то. Вот, так нас, да, мы 2 года туда ездили. Ну, хочется много сказать слов Леониду Михайловичу, потому что, ну, действительно, человек нас всегда поддерживал не только в плане музыки, но и в плане жизни, за что большое ему огромное человеческое спасибо. Ну, а поздравим мы, ну, по-простому, так, сейчас, на гитарках, как на кухне, вот, попробуем по-простому вспомнить наше детство, юность, ну, то время. Я вижу в зале очень много людей такого возраста. Я сам 70-го года, иногда смотришь современные мультфильмы и как-то так вспоминаешь то, что было в твоем детстве, в твоем юности. Я написал такую песню. Называется «Жаль, что было давно». Так 20 назад, давно, когда девчонок водили в кино, и на последних рядах любовь рождалась, когда стояли двор за двор, там чужакам всегда отпор, и суета этих дней портвейном разбавлялась. И пусть мы не были онлайн, не знали МТС и Билайн, и не был виртуальный мир нами изучен. Мы взяв гитары и вино, девчонкам лазали в окно. Как ни крути, а наша юность была круче. Была жаль давно. Пальцы вода течет, время неумолимо идет, меняется мир. И
меняются люди. И никто не вернет тех лет, где с друзьями встречал ты рассвет детства с юностью лет. Уже не будет. И пусть мы не были онлайн, не стали МТС и Билайн, и не был виртуальный мир нами изучен. Только память опять зовет старый двор, где компания ждет. Как ни крути, а наше время было круче. Уже было давно. Слух дошел такой. Мы прекрасно понимаем. Коль, я вытащу Джек. Вот, да, ну не то что. Просто сейчас очень много вот, смотрю музыкантов. Овейшены, Гибсоны, да. Я не знаю, Токамино, такие гитары. И мы решили подарить Цвету гитару. Что вообще? Мне кажется, ты начинал, ты о ней мечтал. Вот она твоя настоящая, старая, родная, германская музима. Это вот, это то, руки помнят, а? Ну, тебе, дорогой, спасибо за все тебе. Спасибо.